Всем веном, пацаны! И да, давно не было видосов, и да, этот альбом вышел давно, и да, трек тоже вышел давно, но я надеюсь, что это видео будет смотреть вам интересно, потому что я решил попробовать вернуться к истокам и записать длинное видео с минимальным монтажом и, соответственно, просто максимально подробное. Так что переходим в FL-очку и 155 ударов в минуту темп. Большую часть звуков я взял из вот этого драм-кита. И еще один звук для этого видоса мне прислал зритель вот с этого инстаграма. Приступим, начнем, наверное, с клэпов. Вот первый клэп звучит вот так, а вот этот второй, который будет главным, вот так. Начнем с него, он будет погромче, альт колесо мышки, наверху выделяем, Ctrl-B, Ctrl-C на второй, ага, окей. И смотрите, во втором мы сразу аутим, нормалайз и EQ на минимум, типа как-то так. Потом на микшере, может, выровняем еще. Теперь хай-хет. Хай-хет тоже интересненький. Как обычно, сэмпл старт. Лейт тоже откручиваем. Потом крутанем ему еще shift, а пока EQ на минимум. И бустом компенсируем громкость. И прописывается он. Угу. Типа Ctrl-B. Вот здесь Ctrl-U. И еще Ctrl-U, Ctrl-U вот здесь. Open head. Звучит вот так. Аутом. EQ минимум. Шикарно. Еще можем сразу чуть-чуть стерео дилей ему дать, чтобы потом не вешать стерео шейпер. Звучит он так. Тихий. Громкий. Значит, тише делаем, это делаем чуть громче. Да, идеально. И теперь чант из просто тысячи треков. Во-первых, use loop points отключаем, во-вторых, late откручиваем. Шикарно. И чуть-чуть влево, чтобы он был ближе к центру. Звучит он так. Та-та-та-та-ай. Окей. Бас. Cut-cell вжать не обязательно, потому что мы настроим ему envelope. Все на минимум, кроме hold. Но EQ на минимум, boost отключаем. Но вот нормально. Вот так. Просто, опять же, просто компенсируем громкость. Scale наш D-sharp minor у меня стоит. D-sharp minor natural. И на октаву выше, чтобы вам было слышно. Окей. Тин. Тун. Теперь Ctrl-B. Здесь. Все. Ctrl вниз. Ctrl-A. Ctrl-C. Ctrl-V. И... Alt, K. Все, окей. Shift, D. И погромче сделаем. Еще кику дадим немножко буста. Вот, да, этот кик, кстати, не из Майка Жары, а вот из этого драм-кита кик. Потому что он просто очень хорош. Еще у нас будет 808 бас вот этот. Ему давайте мы тоже сразу envelope настроим. Все на минимум, кроме hold. Hold на максимум. И пропишем его сразу в другом паттерне. Ну, типа он звучит просто вот так. Добавим первый синт, это Serum. И да, звучание синтов будет не один в один, как в треке. Потому что, ну, попробуйте вы сами найти вот эти один в один звучащие синты. Я уверен, что сейчас в комментах кто-то напишет: «Да вот ты чего, да это же вот из этого синта под таким-то номером пресет». Я много где поискал, спустя много часов я понял, что я просто сделаю, как мне хочется, чтобы мне нравилось, чтобы было ядрено, чтобы было круто, чтобы было прикольно. Кстати, скачать этот проект, вот не вот этот, а тот, который получится в финале, вы сможете у меня в Инстаграме уже традиционно. Как только это видео соберет 3333 лайка, я выложу этот проект со всеми настройками, с пресетами, отдельно с пресетами у себя в Инстаграме, там вы сможете его скачать. Так что, если вам нравится оригинальный трек, если вам понравится то, что у меня получится в итоге, то можете смело ставить лайк, а я выбираю пресет. Во-первых, вот главный пресет, который называется Bass Venom у меня. Его крутил не я, но я потерял исходник, не смог найти к нему путь, так что сохранил просто как свой пресет. Я не знаю, из какого он пака, звучит так. И саб отключим. Да. Поскольку я его уже наиграл, мы можем открыть новый паттерн. Нет, давайте я сделаю так. Tools, выберу Clear Lock, чтобы очистить внутренний кэш FL Studio, и сыграю еще раз. Теперь нажимаю Tools и Dump Score Lock Last 2 Minutes. И получаем
вот такую шикардятину. Как-то вот так, Ctrl-Q и включаем метроном, Ctrl-L давайте тоже. Ну, почти. Шикарно, идеально, волшебно, восхитительно. Но не хватает кое-чего еще. Там в начале есть аккордик, так что вот так выделяем и поднимаем на октаву выше, дублируем. То есть то, что нужно. И еще там, поскольку там этот аккордик, я хочу дублировать серум и добавить еще один звучок, который уже из пака Future Pop. Он называется вот так. И вот этот, по-моему, да. Да, только в FX зайдем, и я хочу чуть-чуть декей убавить у ревера и сайз, чтобы он, типа, не таким огромным был. И просто... Мне нравится. И теперь я добавлю еще один серум, которым уже будет вот эта мелодия, которая юзер, я назвал его Venom Plug, потому что накрутил сам, потому что супер простейший звук. Вот так он звучит. Tools, Clear Lock снова, чтобы очистить этот внутренний кэш. Идем снова в новый паттерн. И я наиграю. А потом... Вот так он звучит. И теперь Tools, Dump Score Lock, Last 2 Minutes. Вот это все Ctrl-C, минус Ctrl-V. Начинается оно... Ага. Так, тун-тун. И здесь тюрю-тю-тюрю-тю-тюрю. Да. Давайте подлиннее сделаем. Вот. Подлиннее прикольно звучит. И теперь добавим звук, который прислал мне подписчик, зритель. Вот, звучит прям очень похоже на синт, который используется там, он, который синт играет в куплетах. В нем можем нажать Normalize. Давайте снова Tools, Clear Lock, и я снова наиграю. И теперь Tools, Dump Score Lock, 2 минуты. Можно было просто мышкой натыкать, но мне лень. Отключим вот этот звук. Ту-ту-ру-ту-ту, вот так. Ага, шикарно. Теперь Ctrl-L, выравниваем громкость и идем в его настройки. И в настройках, чтобы вот такой вот был, порт моно чуть увеличим, чтобы было... А если побольше сделать? Нет, слишком длинно. Вот так. Шикарно. Теперь наверху выделяем Ctrl-B. Готово. Мы разобрались со всеми мелодиями. И перед тем, как мы перейдем к следующему этапу, у меня к вам огромная просьба. Подпишитесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне от этого будет очень приятно. Это поможет развитию моего канала. И вы сможете получать уведомления о моих новых видео. Если вы, конечно, не хотите пропускать мои новые видео, то вам точно стоит подписаться на канал. Для этого на телефоне просто из горизонтального режима перейдите в вертикальный и нажмите кнопку подписаться. Или на компьютере просто промотайте чуть вниз и нажмите подписаться. Огромное вам за это спасибо. Мне очень приятно. Продолжим. Теперь со всем этим нам нужно собрать это все в один новый паттерн. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь биток берем весь. Зажимаем Ctrl-Shift, Ctrl-C, Ctrl-V. Вот, все наши звуки в одном паттерне. Звучит просто волшебно. Выставим их в правильном порядке, как мне нравится. То есть сначала главный звук, потом вспомогательный, потом второй вспомогательный, потом еще один вспомогательный. Можем даже им какие-нибудь цвета дать. Да, Color Selected, Gradient. От вот этого до вот этого. Шикарно. Accept. И назвать их как-нибудь. Main Bass. Ну, правда, это не бас. Пусть будет так. Ударные точно стоит как-то перегруппировать. Клэпы вместе, потом хай-хэт, потом опен-хэт, потом чант. Басы нужно поставить повыше. Вот, все, сгруппировали. Теперь переименуем. Я понимаю, что этим всем заниматься скучно, но мне не нравится, когда слишком длинные имена в микшере. И клэпы местами поменяем, все-таки первый главный. Все, теперь скинем Ctrl-Shift-L и... Ctrl-Shift-L. Теперь давайте берем группу клэпов. Row to this track only. КЛП.
и какой-нибудь цвет. Вот этот цвет. И хай-хеты, Road to Distract Only, ХХ и тоже какой-нибудь цвет. Я просто F2 нажимаю, чтобы он дал мне рандомный цвет. Теперь соберем группу ударных общую. DRM уже большими буквами и тоже как вот такой цвет. А вот сюда мы повесим Valhalla Vintage Verb, потому что нам в итоге все равно же понадобится канал с реверберацией, потому что я всегда его добавляю, как я могу его не добавить. Fat Snare Hall и чуть-чуть подлиннее, здесь чуть вниз открутим, и потом его в итоге зароутим обратно на канал с ударными и назовем его RVR и дадим ему тоже какой-нибудь забавный цвет. Все, почти закончили с роутингом. Давайте это тоже сгруппируем на один канал и назовем ее AI. И шикарно. Ctrl-C снова в новый паттерн, чтобы у нас остался резервный паттерн со всеми звуками. И здесь делаем Split by Channel. Идем в плейлист и Shift выбираем первый, Shift выбираем нижний, перетаскиваем. И вот все звуки у нас на плейлисте. Начнем с того, что вступление звучит вот так. Нет, не так. Вот так. Потом у нас идет уже вот этот лид, потом парт с... Я немножко парты укомпоную. И здесь у нас идет filtered bass, потом хай-хеты и клэп. Пока звучит не идеально, вот эти синты мешают нашему кику с басом. И да, кстати, тейп писал в Инстаграме, что типа я хотел сделать по-другому кик с басом, и мы сделаем их по-другому в моем варианте. И вообще, вы могли заметить, что звучание у меня получилось такое более ядреное. Я надеюсь, что вам понравится. Так, вот так это убираем. Теперь вот сюда. Вот так. И здесь у нас уже парты с битом. Теперь к звучанию. Давайте выделим вот этот кусок. Чего бы начать? Давайте вот с этого звука и накинем на него фильтр Сатурн. У нас вообще тут будет много Сатурна. И Clean Tube ставим. Нет. Вот так. И вот эту часть полностью убавляем ему сатурацию. Давайте этот бенд даже выше 1500 поставим. И еще убавим немножко низкие частоты. Вот как-то так. Типа тут жестко минус 5 дБ, тут минус 1 дБ в средних. И теперь ставим сюда Pro-Q. И давайте включим бас еще. Угу. Чуть вот так. Наша задача, я понимаю, что в целом это довольно странная задача, типа сочетать два баса, но... Во-первых, вот этот бас я не зря поднял на октаву вверх. Потому что если мы опустим на октаву вниз, то это вообще кошмар. То есть оно никак не сочетается с 808. А вот так еще более-менее. И сейчас мы ему чуть-чуть открутим вниз и сохраним ему все мясо. И будет классно звучать. Точно будет. Уже лучше. Давайте еще на басет закинем Little Radiator, чтобы он стал пожирнее. А если кик включить... Так, шикарно, шикарно. Теперь давайте разберемся с хитом. Ему мы просто убавим низкий и сделаем вот так. Потому что он не должен прям, ну типа, сильно выпирать, он дополнительный звук. Угу. Теперь давайте ковыряться с лидом. Потому что самое главное, по-моему, в данном случае, найти вот это сочетание кик-бас и все синты. На лид в первую очередь закинем Vintage Verb. Мне в данном случае кажется, что плейт будет круто звучать, поэтому Large Plate. И мне нравится, как звучит. Длинный-длинный реверб. В смысле большой. Нет, мало. В смысле много. Давайте немножко Сатурна. Clean Tube опять и низ убавим. Как-то так вам нормально. Так, и теперь давайте поковыряемся с первым лидом. Он будет у нас играть только в соло, то есть он с ударными вообще вместе играть не будет, но громкость ему выставить все равно надо. Давайте тоже сатурним его. Clean Tube. И тоже нагрев низких частот убавим. И давайте уж перетащим на него Vintage Verb. Потому что чё же ж?
почему бы нет, и поставим его после Сатурна. Да, вот оно. Мне кажется, вот этот звук, он какой-то такой вайб немножко добавляет, который, я понимаю, сейчас скажу хипер-поп, на меня накинутся, и что вообще не хипер, а хайпер-поп, неважно. Короче, он добавляет капельку вайба, который похож на хайпер-поп, но ни в коем случае не делает этот биток хайпер-поповым, потому что не надо накидываться на меня в комментариях. О, да, и сюда стоп-дняк тоже необходим, просто... Little Radiator. Noise убавляем, это очень важно. Да. Шикарно. Теперь давайте займемся ударными. Давайте откроем паттерн, где есть все ударные. Вот эта часть я имею в виду. Open hat и AI убавим. Теперь на общий канал хай-хетов повесим озон и майджор. И на нем чуть-чуть расширим, соответственно, просто стереоайс включаем. Вот этот бенд двигаем вот сюда куда-то, то есть повыше, и вот этот бенд двигаем правее. Еще можно включить вот эту кнопку, которая устанавливает соответствие входного громкости, входной громкости, уровня входной громкости, выходной. Вот так. Ай, вылезает сразу. Вот так. И мы их не закидали в ревер. Давайте так это сделаем. Вот так. Этот хай-хет наполовину. Этот чуть больше, чем наполовину. И ай тоже как open hat. И убавляем. То есть нам нужно, чтобы ревер не был отчетно слышен. Нам нужно, чтобы он задавал какую-то легкую атмосферу. Добавлял чуть-чуть объема. И теперь клэпы. Вот этот главный, его погромче. Вот да, вот так. Его тоже в ревер. И на клэп мы тоже... Зачем вешать? Мы можем просто перетащить с хай-хетов и майджор. Так будет, наверное, быстрее. И просто расширение нужно убавить. Вот как-то так. И еще DS-10 Drum Shaper кидаем на ударные, то есть на снэры. Теперь на все ударные кидаем фаб-фильтр Сатурн. Тюби, клин тюби. Это до 40 где-нибудь греем, а то, что выше 2 кГц, давайте вот так, на 63% нормально. Так, давайте с ударными пока на этом остановимся и перейдем снова к нашим синтам, потому что мы сейчас тоже будем продолжать их мучить. Тюби, клин тюби опять же. И... Опять убавляем сатурацию частотам ниже 1,8 кГц примерно. И чуть-чуть убавим, еще чуть-чуть не забавим. Ну, чуть-чуть. И чуть-чуть в серединку. И еще сюда стоит закинуть второй Сатурн. Нет, вместо него кидаем Pro-Q. Так. Зачем это все? Ну, чтобы обрезать все еще раз, но вместе. Потому что, по крайней мере, совместный Сатурн их точно чуть-чуть подклеит, потому что это сатурация. Так, так, теперь давайте включим все остальное. Вот сюда Make Dynamic, вот этот район. И вот на этом лиде давайте тоже на этот лид отдельно повесим Pro-Q вместо второго Сатурна. Вот что-то... Да, вот где-то... Вот оно. Чё мне бесит, какой-то песочек лишний. Да, и вот тут типа хай-кат супер-мега жесткий. Теперь переходим на общий канал. Так, послушаем вот этот фрагмент. Все-таки вот этот синт выбивается очень сильно. Ну,
А вот сейчас. Все, отлично, мы его немножко прибрали. Теперь можно заняться структурой. В общем-то, она почти готова. Единственное, я хочу вот здесь вот сделать паузу в ударных, чтобы они начались вместе с этим синтом. Потом у нас будет идти вот такой вот парт. Только отсюда мы вырежем все ударные и оставим только... вот этот фильтрет 808 и вот эти два синта. Потом у нас начинается снова все вместе. Добавляем снова вот этот синтец. И у нас здесь тоже супер пауза вот такая. Вот до сюда. Хай-хеты еще короче. А вот давайте наоборот чуть подлиннее. Да, вот так. И вот здесь будет альтернативный кусок. Смотрите, я специально оставил паттерн со всеми звуками, чтобы мы могли Ctrl-C создать новый паттерн с синтами. Вот этот лид мы удаляем, то есть Ctrl-X. Теперь выделяем все, жмем на стрелочку и делаем Transpose Select, пишем минус 12. И все это опускается на октаву вниз. Этот паттерн ставим сюда, и он будет играть у нас, по-моему, дважды. Наверное, мы и структурку закончим вот этим и вот этим. И вот мы почти закончили трек, остался только озон. И самое время попросить вас, во-первых, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А во-вторых, оценить в комментариях, сказать обычными словами, написать, как вам удлиненный формат. Стоит ли его оставлять или типа в топку его, давай монтируй, мы хотим более коротких видосов. Вот эти подробности, вот эти, это просто вода, они не нужны. Напишите в комментариях свое мнение, мне это очень важно. От этого зависит, ну, типа, какие видосы будут выходить после этого. Еще перед озоном стоит клиппер. Я на нем клип убавил до 94% и softness до 10-9%. Не, давайте клип чуть поднимем. Во, вот сейчас оно. Еще вешаем озон и major, enhanced space, та-та-та. Вот два раза кликаем сюда, чтобы это вернулось на исходную. На Dynamic EQ, конечно же, low end control. Два клика сюда, два клика сюда. Вот, все, наверное, как хотел тейп. Я еще думал сюда сайдчейн сделать, но, по-моему, он вообще совершенно тут не нужен. Ну и перед тем, как мы этот шикарный биток, надеюсь, по вашему мнению, шикарный биток послушаем, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Этот видеокурс стоит 3290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне, ссылка на меня есть в описании под этим видео, можете написать мне ВКонтакте или в Инстаграме в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам капельку полезным, чуть-чуть интересным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. И обязательно, обязательно подпишитесь на канал. От этого мне станет очень хорошо и тепло на душе. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас. Надеюсь, в этом видео со мной вам было интересно. И я уже буду ждать вас в следующем.